Здравствуйте, наши уважаемые пользователи! С вами снова канал Magic Box, и я Magic Device и Берти Смайл. Сегодня, как вы снова поняли, обзоры, тест-драйвы на PlayStation Vita. И сейчас мы вам самую вкусняшку на тарелочке принесем. Это тест-драйв мультиплеера игры Killzone. Mercenary, да. Или то есть, наемники. А по-русски как это, наемники, да? Вот. Но сразу хотим вас, уважаемые пользователи, предупредить. Это мультиплеер, играть будем по сети. И к большому нашему сожалению, Wi-Fi соединение у нас здесь не очень хорошее. Поэтому, если, не дай бог, какие-то будут вследствие тест-драйва технические проблемы, не обессудьте, но мы будем стараться, чтобы это все выглядело красиво и хорошо. Итак, Killzone Mercenary. Ну да, нам главное показать, как игра из себя, что игра из себя представляет, да? А не то, что там, что по сети нагибаем, не нагибаем. Ну, это хрен. Это мы сами... к этому стремиться не будем. Так, ну видим, что да, здесь у нас компания недоступна, только сетевая игра, личное дело. И особо ничего нет. Напомню, что игра это не демо-версия, а бета, которая доступна только подписчикам PS Plus. Ой, ребят, наверное, мы сейчас что-то крутое увидим. Да. Наверное, это будет эпично. Игра, кстати, полностью на русском. Да, полностью вылокализованная, да. Так, ну, естественно, у нас тут ничего не доступно, потому что особо не играли. Ну, короче, так, да, ну, мы только игру запустили. Игру. Открытая, ну, тут как-то... Садитесь поудобнее, наемники, ребята. Наемники, партизанская война, недоступны. Зоны конфликта. Хорошо, подключаемся. Напомним, что Wi-Fi у нас всего одна полосочка, поэтому... Может. В экстремальных условиях мы снимаем, подключение к игре ждем обязательно, чтобы был коннект. По воздушно-капельному пути у нас интернет подключен, ошибка поиска игры. Да, ну ничего, давайте еще раз попробуем. Давайте еще раз. Да, и если вдруг что... Итак, ребятушки, все-таки после больших мучений мы подключились. Нам дали добро... Вот он, Killzone! Вот он, Killzone! И мы сразу обращаем внимание просто на шикарнейшую графику. Ребята, посмотрите. Это вам не Call of Duty, который недавно вышел, или там Resistance сраный, который был графика хуже, чем на второй PlayStation. Это здесь супер. Именно... Так, кстати, да. Бегать тут на двойной тап и удержание на... Уважаемые пользователи, мы роняем слюни. Реально, мы на PlayStation Vita не было еще ни в одной игре такой графики. Вот вы видите, мультиплеер мочит нас и мочим мы. Нам дали добро. Сначала у нас было очень трудно подсоединиться, потому что был плохой Wi-Fi. Мы уже через iPhone подсоединились, и долго не пускали. Я так и не понял, за кого мы играем. Судя по всему, за Хеллгастов. Ну да. Да, мы за Хеллгастов. Посмотрите, ну, в общем, не смотрите, как мы ламерско играем, смотрите, какая графика. Обращайте это внимание, что вас ждет. Да. Ребята, мы вам обязательно покажем синглплеер, когда он выйдет. Ну, мультиплеера достаточно сейчас будет. Супер графика. Тут действительно, смотрите, шикарные виды. Молодцы. Gorilla Game. Угу. Если я не ошибаюсь, так называется компания, которая подарила нам эту прекрасную игру. И они подарит, молодцы. Да, адаптировали движок для третьей. Вы, можно сказать, сейчас эксклюзив на эксклюзивном тест-драйве. Так, ну вон он вроде наш бегает, побежим за ним. А, здесь еще и в нашей команде кто-то ну, есть? Да, у них же две команды. Мы потому что попытались подключиться, вообще да никого не было. Был там какой-то один чмошник, бегал, стрелял, потом нам вообще главный как бы там, да, не пускал нас. И сейчас все-таки наконец-то пустили. И мы вместе с вами просто наслаждаемся и получаем удовольствие. Графика на высоте. Ну, вы сами видите, наша камера HD, я надеюсь, все это будет видно. Володь, какие твои впечатления? У меня нет слов, да, нет эмоций. Да, согласен. Это вдвойне сложно вести такой тест-драйв, когда ты просто говоришь «Вау!» и невозможно описать, надо просто смотреть и наслаждаться. Ну, действительно, знаете, это прорыв, я считаю, в игровой индустрии, что касаемо Vita. И видите, Володя даже не может нормально играть, потому что он просто опешил вот от этих всех горизонтов. Ну, тут скорее да. Сказывается моя нубость, ну, потому это что понятно. Я особо в шутеры по сети не играю. Да, мы больше синглплеерщики, но супер, просто супер. Мне, честно, это очень нравится. Даже несмотря на то, что я такой нуб, но
И фортуна на нашей стороне все-таки дали нам возможность подключиться. Но сама игра, это честно вызывает удивление. А покажи горизонты, вот покажи там направо. Это... Мы помним, какой красивой была, да, пока мы смотрели горизонт. Горизонты, да, пока мы любовались как туристы, нас как ламеров просто мочканули. Да, ну тут как-то, наверное, еще можно переключать оружие. Так, ну да, тут видим, оружие переключается. Перезарядка. Это так. Как бить ножом или кидать гранату, ну, судя по всему, их у нас нету. Но наши враги-то не знают, что мы делаем тест-драйв, да? Они... Да, им все равно. Видите, мы проиграли. Да, поражение. Ничего не сделали, кого-то там вроде одинокого убили. Слушай, а здесь свои уровень постреляли. Один пока, да? Карта, я имею в виду. Может быть, здесь как-то еще откроется. То есть, если сейчас мы повторяем... Ну, вообще, тут несколько режимов есть. До следующей игры аж 110 секунд. Но 110 секунд мы ждем и да, смотрим. Да, ну, нужно еще раз сыграть. Это а, ну потому, давайте. Что действительно не оценить ее так вот по быстрому такому геймплею. Но это что-то с чем-то. Да. Я рад, что такую игру выпустили. И что у нас получилось сделать для вас тест-драйв? Мы наконец-то подключились спустя много попыток. К Wi-Fi, да, к сети. И нас все-таки пустили. И вот ожидаем игроков. И еще раз вам продемонстрируем, как все это выглядит. Мультиплеер, длинный тест-драйв не получится, только если вы еще раз, чтобы насладились этой графикой. Ну, и да. Ну а так, выглядит. Для всех остальных, кто сейчас, к сожалению, не может скачать данную игру из-за отсутствия подписки к PS Plus, она должна появиться после 27 августа. Да, так что ждите тот, кто у кого нет... 27 после обновления PS Store она должна быть доступна для всех. Ну и, соответственно, 4 сентября уже будет сама игра. Yes! И ждите от нас синглплеерский тест-драйв обязательно. Да, и, наверное, уже это будет на большом экране. Да, не у нас камеры, мы для вас готовим сюрприз. У нас придет суперустройство, которое даст возможность подключать Vita к большому монитору. Ну, мы, к сожалению, пока, честно, не знаем, получится у нас вообще это все спаять, потому что там есть определенные сложности. Ну, пока... Ничего загадывать не будем. Но мы постараемся сделать все возможное и невозможное, чтобы вы, уважаемые пользователи, получали от наших тест-драйвов на Vita огромное удовольствие и видели это теперь на большом экране, а не вот мои дрожащие руки, да, и наше отражение в дисплее. Да. Но, тем не менее, за неимением лучшего, я считаю, наши обзоры все равно вас радуют, даже вот в таком виде, а мы стараемся их сделать все лучше и лучше. Осталось 20 секунд до высадки. Вот. И, уважаемые пользователи, ждем и еще раз насладимся. К сожалению, я опять в команде Хеллгастов. Я бы поиграл бы не за Хеллгастов, хотя я ничего против них не имею. 3, 2, 1. Поехали. Ну, мы видим, что мы получаем звание, у нас прокачивается уровень, и, соответственно, тут, наверное, какие-то плюшки можно в магазине покупать. Ну все, наша команда готова. Понеслась. Охота за трофеями. Вам здесь подсказка, все на русском языке. Бегать не особо удобно, если честно. Неудобно? Давайте посмотрим, как управляет Володя. Потому что, чтобы бежать, нужно тапнуть два раза за тачпаду и держать, удерживать. Ну, а, наверное, то есть ты можно... там удерживаешь сзади, да? Да, держу. Это, наверное, как-то можно отключить. В настройках, скорее всего. Но мы туда лезть пока не будем. Давайте еще раз наслаждаться и наслаждаться. Я просто в шоке. Вон, посмотрите, как там красиво. Горизонты, вот эти прорисовки, даже светлопреломление, да, пещеры. Тут уже можно смело сказать, что сделали все как в кризисе. Да. Многие любят шутить. Все не как в кризисе, но тут все как в кризисе. Да. Там все так же красиво. Судя по всему, нужно какие-то капсулы захватывать. Какие-то задания есть. Ну, пока мы бегаем бесцельно. У нас появилось. Давай сейчас, если получится у тебя на горизонте глянуть, когда выйдешь. Помнишь, мы с тобой картинку классную видели? Ну да, ну тут тоже горизонт. Ну покажи, да, вот. Но... Там главное не с горизонта, а как... А как садить пулю в лоб сопернику, да? Наш, видите, товарищ кого-то замочил. И говорит, мы, тебе хорош. Тут пока бесполезный балласт. Ты знаешь, как во время войны мы полевые фотографы, да, там, военные фотографы. Бегаем, снимаем, здесь пули летают над головой. Ну все, нас сняли, откуда-то там со скалы. На самом деле нужно чувствительность изменить, потому что скорость поворота камеры к
крайне низка. О, нас что, вылечить еще хотят? Нас вылечили, да. О, братаны помогли. Ну ненадолго, ненадолго. Серебряная пуля попала нам в глаз, и все, и нас вырубили. Супер, ребята, я очень рад, что этот тест-драйв удался, мультиплеер по Wi-Fi, и супер, новый Killzone для PlayStation Vita, и нас просто мочат, мочат, просто и еще раз мочат. Ну, вообще, наша команда ведет, мы видим, что наша команда сейчас ведет, а я в основном делаю минусы нашей команде. Но мы работаем для вас, снимаем для вас, поэтому... Видите, вы уж простите, все. На дисплее даже капли отображаются. Но это конфетка, ребята, мы можем сказать. Просто десятибальная система. Да, это шкала, 10 баллов из десятибальной, да. Супер. Но это мы не про себя, а про игру. Мы просто нубы. Трупы, да, нубы и все. Ну что ж, ребят, не будем задерживать вас и эфирное время. Супер игра. Игру, да, нужно играть, а не играйте, смотреть. Наслаждайтесь, перематывайте наш обзор еще и еще. И наслаждайтесь Killzone. С вами была команда Magic Box, я Magic Device и Берти Смайл. Делали для вас самое невозможное и возможное, и показали вам все-таки мультиплеер этой игры. Не переключайтесь, подписывайтесь на наш канал. Всего хорошего и ждите синглплеер. Удачи! Всем пока! Итак, уважаемые пользователи, мы все-таки подсоединились к Wi-Fi, можно сказать, кровью и потом, да, и сейчас... Ошибка игры. А вот это парадокс.